всегда опять один, мой дом пустой. Но зазвонит вдруг телефоны, будут дверь стучать из улицы, кричать, что хватит спать, и чей-то голос скажет: дай пожрать. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. Мой дом был пуст, теперь народу там полно, который раз. Мои друзья там пьют вино, и кто-то занял туалет уже давно. Разбив окно, а мне уже признаться все равно. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. А я смеюсь, хоть мне и не всегда смешно, и очень злюсь, когда мне говорят, что жить вот так, как я сейчас, нельзя. Но почему? Ведь я живу, на это не ответить никому. Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков. Почему все время расстраивается гитара?